Ну, подожди, как же, черт? А мне же текст надо его вспомнить. Вдоль по течению, как по дороге, вместе с погодой, то ясен, то хмур, неторопливо, с достоинством строгим, катит холодные волны Амур. Волны Амура, бросила лифчик какая-то дура. Лифчик плывет по широкой реке, крохотный, словно букашка в руке. Зорко китайский глядит пограничник, слева советский наряд сторожит, и хрен его знает, чей это лифчик, кому он по праву принадлежит. Волны Амура, бросила лифчик какая-то дура. Лифчик плывет по широкой реке, крохотный, словно букашка в руке. Нервы с обеих сторон на пределе, от напряжения руки вспотели. К бою готовится боекомплект, и подступает глобальный конфликт. Волны Амура, бросила лифчик какая-то дура. Лифчик плывет по широкой реке, крохотный, словно букашка в руке. Краснознаменная наша застава мощью готова блеснуть огневой, но из Москвы приказали отставить, и прозвучала команда «Отбой». Волны Амура, бросила лифчик какая-то дура. Пусть этот лифчик плывет в океан, нахрен на радость народа всех стран. Волны Амура, бросила лифчик какая-то дура. Пусть этот лифчик дальше плывет, может быть, кто-то его подберет. Михаил Смотров, Волгоград.